Всем привет и добро пожаловать на канал Бибитаки Dolls. И сегодня мне пришла прям под елочку вот такая посылка. И сейчас мы вместе с вами ее откроем. Надеюсь, я не отрежу ничего лишнего. Ну, сверху сразу видно, лежит два фэшн-пэка. Первый вот такой Looney Tunes, фэшн-пэк для Барби. Ну, не только для Барби, но и для других кукол 12 дюймов. А второй фэшн-пэк новогодний, новогодняя пижамка, тоже из такой же серии фэшн-пэков для Барби. И обязательно сделаем примерку на кукол разных форматов, на ком все это сидит лучше. И в моей коробке еще две коробки. Очень долгожданные куклы. Это куклы конвенционные от Integrity Toys. Их я покупала по эскизам, даже не видя самих кукол. И первая кукла — это Адель Македа. А вторая — Вероника Перин. Коллекция называется одинаково. Называются эти куклы Petit Robe Classic. Я очень долго смотрела на обе версии куклы, на оба эскиза. И так и не смогла определиться, какую из них я больше хочу. Потому что очень давно хочу куклу с лицом Вероники. А Адель темнокожая, я очень люблю темнокожих кукол. Сейчас мы с вами их откроем и немножко подсмотрим, как же они там выглядят. Давайте начнем с Адель. О, я уже вижу, что она в конвенционной коробке. Все в бумажке. И вот такая конвенционная коробка, очень красивая, такая голографичная, и с центральной куклой этой конвенции на обложке. Вот так открывается коробка. И страшно открывать, потому что открывать, а Адель тут смотрит в бок и не видно ее лица. Какая красота! Мне так нравится ее макияж, особенно губы. Вообще у Адель очень красиво сделаны губы. Такой пухленький, приоткрытый ротик. Очень красивая кукла. Обязательно ее вместе с вами будем распаковывать. И посмотрим на Веронику. Вероника тоже, конечно же, в такой же конвенционной коробке. И открываем. Ой, какая же красота. И здесь уже было не так страшно, потому что смотрит она вперед. Очень красивые куклы, мне обе очень понравились, ни разу не пожалела о том, что заказала обеих. И напишите в комментариях, кого хотите, чтобы я распаковала первым, Адель, Веронику или, может быть, фэшн-пэки. И желаю вам отличного Нового года и тоже найти под елочкой что-нибудь долгожданное и приятное.